Я не знаю, хто куди, а ми зранку не входили до хати, аби дізнатися, чому вони все життя їдуть в село до дідуся і ніяк не доїдуть. Нове літо, знову спори, де студенту віддохнуть, і кого-то манять гори, хто-то держит к морю путь. Тримай. Все друзья на юг поедут, ну а я наоборот, я поеду в гости. Привет, еду. Друзі! О! Эх! И вы с нами поехали. Ой, добрый день. И вот мы сегодня в гостях у них. Любовь и Виктор Анисимовы, заслуженные артисты Украины. Неповторные, молодые, энергичные и їхня донечка. Не їхня. Ні, друзі, не їхня. От сьогодні відкривається таїна для тих, хто вважав, що Любов і Віктор – то чоловік і дружина. Ні, це і є брат і сестра. І його така чарівна донечка Анета. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Куди протягом всього життя їхала неповторна родина Анісімових? Колись на зарі нашої творчої діяльності до нас підійшов поет Юрій Рибчинський і сказав: «Люба та Віктор, в мене є пісня, а я поїду в деревню к деду». Ми такі, тоді ми працювали над піснею «Перекати поле», це була така пісня, типу Pink Floyd. Філософська така дуже. Ми працювали в студії, ми послухали, ну що це таке, ну що це, поїду в деревню к деду, ну що, ну. І так записали її поміж піснею «Перекати поле». І коли приїхали на зйомки, на телебачення, до нас підійшов редактор і каже: «Ну, Люба, Віктор, показуйте». І ми показуємо нову пісню «Перекати поле». Пісня така Pink Floyd, там дум-дум-дум-дум. Таке все було. Тобто в то время ж мода була така Pink Floyd. Ми довго працювали над цією піснею. І редактор каже: «Ну, ви знаєте, ну пісня така гарна, але ж може щось таке є у вас більш цікаве». Ми такі думаємо, як це більш цікаво. Ми тут місяць працювали над цією піснею. Ну, говоримо, от є пісня Рибчинського, «А я поїду в деревню к деду». Показуйте. Ми так: «А я поїду в деревню к деду, в деревню к деду». Редактор каже: «О! Це те, що треба! Це те, що треба, так!» І потім ми співали цю пісню на всіх площадках, великих, маленьких, в селах, у дідуся, і були там на родині дідуся, і всюди вона звучала. То ваше коріння що, з села? Він що, схож, в нього коріння з села? А відкіля? А я хочу сказати, як каже Віталій Білоножко, ми всі ребята городські, але тільки з різних деревень. Мати полька, батька росіянин, так що ми українці. Ми народилися в Україні, місто Ніжин. Так. Да. Але ж ми працювали і в Тернополі, і працювали в Вінниці, і працювали і в Білій Церкві, зараз в Києві. Це і в філармонії. Так, так, так. І всі, так. І всі мають так, тернополяни кажуть: «О, Анісімов, так це ж наше. Це ж наше Анісімове». Вінничани кажуть: «О, Вінниця, це ж Анісімов, це ж наше». А білоцерковчани кажуть, що це Біла Церква. Це Біла Церква. Школа пройшла в Ніжині. Так, все дитинство Ніжин, місто Ніжин, так. Город Николая Васильевича Гоголя, традиции, прекрасные церкви, маленький зеленый городок, и у нас наши педагоги... И мудрые вчителі. Да. Так. Я хочу сказать, что наша учительница Мария Федоровна Бровченко, преподаватель пединститута, когда мы еще были детьми, и она учила Аллу Кудлай. И мы с Аллой Кудлай знакомы очень-очень много лет. И она когда-то заметила на концерте, мы с Любой пели там под баянчик. И она говорит: «Ну, приводите вот своих детей». И мы, значит, пришли, и она с нами занималась, когда мы были еще детьми. Мария Федоровна Бровченко, светлая ей память. И самое интересное, что мама хотела, чтобы, ну, как маленькие детки, там в школу мы ходили, и она хотела, чтобы поставили голоса, чтобы там под классику все. А Мария Федоровна Бровченко говорит: «Так как вы вдвоем поете, если мы начнем им ставить голоса, это будет неинтересно, они будут петь, ну, как бы, так у них свой есть тембр, все, то есть они поют. Если ставить, этот тембр уйдет». Ну, как бы, и поэтому она говорит: «Вот пускай как поют, так и поют». Oh,
когда Шварценеггера спросили, ну, вы такой self-made мужчина, то есть вы сами себя сделали. Он сказал, нет, ребята, я не делал себя сам. Со мной всегда были мои учителя, которые были в детстве, в юношестве, в отрочестве, и потом те режиссеры, которые меня снимали, которые мне помогали двигаться. Также и мы. Мы не те люди, которые сами себя сделали. Вокруг нас всегда были прекрасные педагоги. Мы поступили в Киевское училище эстрадно циркового искусства. И тоже у нас были потрясающие педагоги по мастерству актера Эдуард Маркович Митницкий, по вокалу Костель. Да, Костель Ада Николаевна, по вокалу Любовь Нуриевна Хазимбек и режиссер Михаил Борисович Ильич. То есть люди, которые, в общем-то, как бы делали... Влепели вас. Да, да. Они сделали... Первый наш был такой номер, он назывался «Песни Киевской Руси». Мы делали этот номер, это 6 песен, «Киевская Русь» такая, то есть музыка и слова Ильи Ченцова. И когда мы над этим работали, мне разрешили зайти в музей в Печерской лавре, есть музей музыкальных инструментов старинных. Вот, и там я, ну, как бы впервые столкнулся вот с инструментами, которые пра-пра-инструменты наших флейт, и там скрипки. Окарина. Окарины, то есть какие-то старинные инструменты. И мне даже разрешили некоторые инструменты для этого номера специально взять. И мы сделали один мастер в Чернигове, нам сделал копии этих инструментов, и мы как бы пользовались и показывали этот номер. Но не так часто, потому что он был, ну, достаточно сложным. Ну да, 27 краин, 27 стран мы проехали. Это уже было позднее, после, естественно, училища. Когда мы были на гастроли в Канаде, то до нас подошел представник фирмы и запропонував выдати диск українських пісень, наші пісні, з яких ми починали. Ми видали цей диск, він був розпроданий за маленький проміжок часу. А потім ми з ним спілкувалися, він каже, дуже цікаво, і приїжджайте до нас на концерти, гастролі зробили на концерти. Було 7 концертів в Канаді, ми повністю грали гітара, скрипка, сопілка і все. Трішечки там десь фонограми використовували. Мінусові, да, фонограми. І нам дуже було приємно, що наші пісні сприймали люди різних поколінь. Ці всі люди добрі, але якби не було тих двох, точно, вас би не було на цьому світі. А батьки? Ну так, в першу чергу. Але у вас є прекрасна присвята батькам. Пісня, яку написав Олександр Злотник на вірші Івана Козаченка, пісню цю дуже люблять люди. І на до речі, як народилася ця пісня, Віця ідея, він каже, і так от хочеться таку пісню душевно, щоб на кухні отак ми зібрались і співали. Тому що не то, що батьки, там пора, а таку душевно, щоб була така пісня. Мої батьки любов'ю осіянні живуть самі в містечку у край ріки. Онук у них, мов спогади весняні. Мої батьки, святі мої батьки, чому так мало часом пам'ятаєм, що невмолимо котяться роки. Коли в краї далекі відлітаєм, не забуваємо, ждуть на нас батьки. Мої батьки, мов голуби сивенькі, воркуючи очікують дітей. Не забувайте, діти, батька й неньки, що моляться за вас серед ночі. Чомусь вся Україна говорила в той час, я впевнений, не тільки вся Україна, що ваш батько військовий. Так. Це правда, так? Так, так, так. Ну, він воєнний, авіація, він служив дуже багато років і теж його как бы, покидало по різним містам в житті. І как бы, ми такі люди з дитинства, привикші до гастролям. Коли останній раз були в рідній школі? Мар'ян, ну я хочу сказати, що в Нежині, там, де я більшу частину своєї життя, я давно достатньо. Школа номер 7, да? Ти знаєш, коли я був маленький, вона мені казалась, о, яка огромна школа, як у нас длинний безкінечний двор. А зараз приїхав, боже, яка вона все маленька, така уютненька, красивенька. Вот, но учителя, к сожалению, там многих уже нет, конечно, учителей, которые были, но они дали толчок нам. Мы всегда же участвовали в самодеятельности, то есть где-то какое-то мероприятие, кто у нас выступает? Анисимовы, там где-то какой-то концерт в городской, кто у нас? О, у нас есть такие вот ребята. И как бы мы достаточно, мы имели опыт большой, ну, до того, знаю, как поступили. Я знаю, что любимый предмет был, это математика. Улюбленный, и вона все життя тому вміє рахувати гроші, кухню, а твій улюблений.
предметы? Не, ну у меня был любимый предмет, это история, например, такие вот, там, литература. Ну и главное увлечение, конечно, музыка. Да в то время, знаешь, советская, у нас, помнишь же, пластиночки были вот эти с ромашками такими, писали вокально-инструментальный ансамбль. И кто там, неизвестно. Ну, нравилось. И тут друг моего друга Сережи Мелкова, у него тетка, она работала в Нью-Йорке, она нам присылает пластинки в Нежин. Настоящие такие, ну, большие, с плакатами. Тогда мы услышали первый раз Beatles, и я помню, что я втихаря от папы записал концерт Let It Be, там было Oh, Darling. Oh, Darling! И мне это жутко нравилось. Я записал втихаря от папы. Ну, у нас же немножко другие традиции были по музыке, правильно? Там, не, ну, у нас папа партийный, какие, да, какая... А тут вдруг такое Oh, Darling, и вопли такие. Вот. И я прихожу после школы, думаю, о, сейчас я включу, поставлю и нас буду... Включаю магнитофон, а тут так... Я думаю, что такое, не понял. Пора, что не работает. Вечером папа приходит, это что у тебя такое было? Я говорю, это такая вот английская музыка, очень хорошая. Чтоб я этого в доме не слышал. Играла шарманка, звучала шарманка, шарманщик шептал, начинай, и сальто крутила его обезьянка, и браво кричал попугай. Проходит какое-то количество лет. Папа, естественно, как бы время проходит. Мы начинаем все по-другому действовать, слушать. Все как бы идет переформатирование какое-то. Проходит какое-то время, папа такой. Витя, я там статью тебе про Битлз нашел. С фотографиями там. Я тебе подчеркнул, там книгу тебе купил, там. Ты посмотри, там, то есть, получается... Папа увлекся. Да, папа. То есть мы как бы, мало того, что они нас воспитывали, и я думаю, нормально воспитывали. Так мы тоже на них как-то влияли. У нас была группа в школе. Вот, мы пели песни там Creedence, Clearwater Revival и писали такими буквами русскими там If me go, don't miss rain. Писали, и там на танцах играли. И я помню, я же был такой звездой в школе, там в группе. То есть я надо было так вот стоять, руки так. То есть считалось именно модным, не то, что там ты там дергался или как-то там волосами. А, изображать. А такой, типа такой надменный такой Байрон, и так сверху вниз на всех смотришь. Хотя площадка была на уровне, ну, спортзал обычный. Да, но роль такая была. If me go, don't miss rain. То есть такое, отрешенный. Я представляю себя в 14 лет, вот как они это... Ой, не сейчас. Перша песня Тернопільській філармонії. Розумієш, це було україномовне. Папороцвіти. Да, папороцвіти, так. Це була Рибчинського, але... Нагадайте одразу. Да-на-дам, 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 да-на-дам. Внічна Івана, внічна купала, в темному лісі папороцвіте. Внічна Івана, внічна купала, то зірве квітку, диво скарб знайде. Это было в Черновцах. Мне было 22 года. Был республиканский конкурс, мы поехали. Артистов эстрады. Мы вытащили порядковый номер 22. Жили в номере в гостинице 22. Мне было 22 года. Мы уезжали оттуда 22 сентября и заняли почетное второе место. И тому саме на 22-му році життя твоей донечки мы пишем программу «Сім'я плюс один». Тож, дорогенька, як тобі живеться в такій співучій родині? Шикарно. Наші сімейні зібрання проходять, наверное, всем не завидують, якщо б вони знали, як це може бути весело, тому що завести публіку можна вот так вот. А давайте споємо, а давайте станцюємо. І все. Може, нічого не треба, все тільки за. Анета, вона знаходилась все время в такой категории, скажем, творческих людей. Она сама очень творческий человек. Когда она еще была маленькая, смотрю, ребенок что-то рисует. Потом она что-то вышивает. Потом она делает какие-то браслетики. Стихи потом она пишет стихи. Потом она говорит, папа, я иду в студию. Ну, мы отдали, когда она была еще маленькая, бальные танцы. Вот, она занималась много лет бальным танцем. А потом какой-то момент
момент она увлеклась Майклом Джексоном и все, что с этим связано, с его личностью. Вот потрясающий артист. Она там что-то закрывалась в комнате, думаю, что она там делает, рисует опять там. Или что-то. А слышу музыку Джексона. Ну, думаю, ребенок слушает хорошую музыку и рисует там. Вот. А потом она как-то говорит, так, зал. Афиша, концерт. Да, концерт. Точно как Витя. Да, 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 концерт. И она выходит, включает Джексона, и начинается вот то, что он делает. Она делает перформанс один в один. «27 краев». Такая есть традиция, когда ты едешь в какую-то страну с концертами, кроме того, что везешь свои, там обязательно большая часть репертуара – это наши украинские песни, наших авторов, украинцев. И мы готовим несколько песен, как бы, вот, например, были мы в Израиле, пели. Тумбала, тумбала, тумбала лайка, тумбала, тумбала, тумбала лай. Шпиль-балалайка, тумбалалайка, шпиль-балалайка, тумбалалай. И поем мы вот израильские песни, после концерта подходит такой дедушка. Любочка, Ветечка, вы поете замечательно украинские песни, но наши песни вы поете лучше. В Англии мы готовили английские песни, там... Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, and I say, it's alright. Коли є душа, то є пісня. Тому я знаю, що коли ви їхали на Кубу, то там вас соплесками зустрічали. Бесаме, бесаме мучо, кому си фереста ночи ла ультима вес. Бесаме, бесаме мучо, а ви знаєте, що це українська народна пісня? Весела мучається. Весела, весела мучаюсь. В Узбекистане в узбекскую песню не выучили. В Узбекистане. А в армянскую? Мы очень дружны с Ионом Суручаном. Незабудка, незабудка. Иногда одна минутка, слушай, иногда одна минутка. Когда ехали с гастролей, значит, больше, чем гада. Съехали с гастролей, и были Алла Кудла и он Суручан в автобусе. Они как бы так в обнимочку сидели, мы говорим, ну вот, новый дуэт. И он Кудлай, и Алла Суручан. Была весна, было тепло, и на другие усе свело. Веси луга. Кто ты за фахом? Артист пластического театра, ансамбля. Ну, в общем, я занимаюсь пантомимой. Ты шутки. Ой, это, как по мне, просто шикарное искусство, которое собирает в себе все, весь мир. Весь мир можно показать здесь сейчас. Вот покажи. Показывай. До речі, я хотіла дуже подякувати татові і тітці за те, що вони дали нам можливість з колективом, який називається «Ілліна Строя», виступити на концерті, присвяченому 8 березня, це було, у палаці спорту. Дуже велика зала, велика сцена. Як практика, це було уперше така велика сцена, екран. Ми зробили пластичну композицію, трошки з любовною тематикою. Але пісня була про сніг, і ми зробили таку цілісну композицію. Сніг, сніг, ранній, ранній, каком серце ранить. А я й любила, я тебя любив, і розстаться не хватает сил.
Я, Марьян, во-первых, хочу извиниться, что у нас сегодня, во-первых, не весь состав нашей большой семьи. Потому что если бы нас всех сюда привезти... Треба кухню купляти більше мені. Але внуки вже є в когось? Бабуся, привіт! В мене така онука, їй вже 8 рочків, зовут її Алісія. Алісія Сергеївна. Она учится в школе имени Лысенко. Она уже 2 года играет на пианино, до речи, краще, чем я. Кроме того, у нас есть еще старший сын Олен. Ну, не наш коллега. Да, коллега, ну, жаль, что он не смог, у него сегодня работа. Дочь моя еще, Юлия, она... Тоже творческий человек. Да, по моей просьбе она закончила, в общем, юридическое у нее образование, потом она закончила Академию коренных кадров культуры и мастерства, и сейчас она работает визажистом, с артистами, ну, да, с актерами. Да. У нас, получается, семья, как я ее вижу, как пазл. То есть каждый друг друга дополняет. То есть брату надо было что-то снять, я снималась. Сестра тоже меня позвала, говорит, нам нужна модель. Я такая, модель? Никогда не была моделью. Пошла туда, тоже уже мне как плюсик, что я еще это научилась. То есть она меня красила. Ну, то есть вообще вот так вот дополняем друг друга. С папой выступаю, у мамы работы, ну вообще. А первую платилку помнишь? Где выпустили их? Ну, смотри, Марьяна, у нас есть 7 компакт-дисков, а у нас есть еще одна пластинка, такая, именно грамм-пластинка, «Спевает Любовь Виктора Анисимова». Тогда еще на весь Советский Союз? Да. Это 4 песни. Вот каких там песни, нагадаешь? «Белый шиповник», «Папороть цветы», «В деревню к деду». «Громче сметь здесь». А мы можем зараз вот так импровизацию сделать, повернуть всю Украину? Громче смейтесь, дети, и не плачьте никогда. Если в небе солнце светит, значит, горе не беда. Белый шиповник, дикий шиповник, краше садовых роз. Белую ветку юный любовник графской жене принес. Белый шиповник, страсти виновник, он ей смеясь отдал. Листья упали на подоконник, на пол упала шаль. Есть у меня подруга уникальная, Ольга Кипнис, она называется. Вот, и она пишет стихи и музыку. По белому свету, давай ставим. Но я не сыграю. Давай я сыграю, боже мой. Дуба и гитара. Не, ну я тут первый раз. Ты смотри, у меня уже пит вышел. По белому свету иду за тобой, как будто по теплому летнему саду. И если пока ты еще не со мной, я верю, ты рядом, я знаю, ты рядом. А що для вас Україна з українською піснею? Яка перша пісня тобі зразу приходить на розум, на серце? Та яку... Гуцулка Ксеню. Прошу, як я прошу. Люблю цю пісню. Гуцулка Ксеню, я тобі на трембіті. Лиш одні в цілім світі. Розкажу про любов, що страждає, а звук трембіти лунає, і Мар'ян теж з нами співає, о, гаряча, мов жар. О, гарячий, як жар. Ведь не зря українська пісня. Друге місце в світі. Да. По музичному переклади. Ну, і вона є як достоянням ЮНЕСКО. Тобто культури всього мирового сообщества. Тож, традиційний бліц. Чим і ким пишайтеся в своїй сім'ї? Це для всіх. По-перше, це батьки. Діти. Найщасливіший день. Донечка народилась. Онука. Рождення дітей старшого і младшого. Кого ви хотіли би в своїй родині бачити найщасливіших? Знов-таки діти. Ні, всіх. Родителі були здорові, а діти були востребовані в житті, знайшли свою дорогу. Тому широко. Що ми єдине ціле. Я загадаю бажання, я загадаю бажання, хай не розвіє світання нашу любов. Ти повертайся скоріше, ти повертайся скоріше, ні.
І саме сьогодні ми вам і відкрили таїну, що любов Віктора Анісімова – це не чоловік і жінка, а це брат, сестра і їхнє майбутнє, гордість, сонечко, золотко їхньої родини. Якби я мала чарівне вміння, якби творила чудеса, я попросила благословіння, щоб нам послали небеса. Ви знаєте, саме на цих акордах ми не прощаємося. А кажемо, щастя вам у вашій долі і до зустрічі в наступну суботу.